Композитор публично представил ее народу. Игорь Николаев, похоже, не на шутку увлекся. Пока его третья супруга Юлия Проскурякова с головой окунулась в съемки, музыкант не теряет времени зря. И его новый объект – блондинка, причем гораздо моложе нынешней жены и тем более 50-летней Наташи Королевой. О серьезности намерений композитора красноречиво сказала съемка, выложенная в соцсетях. Видео появилось одновременно и у экс-супруга исполнительницы «Желтых тюльпанов», и у его коллеги Игоря Крутого. Маэстро отдал новую песню «Прости» Саше Воробьевой, победительнице третьего сезона шоу «Голос». Длинноволосой любимице автора 33 года. Исполнитель «Пяти причин» вывел ее на большую сцену, как когда-то обеих жен. Но наконец-то написали для кого-то достойного, сейчас все барышни Николаева будут думать, что это для нее любимая песня, Наташа Королева в шоке, оценили новую фаворитку-фолловер.